Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 мая, память святого отца нашего Полувия, епископа Ринакирского. Преподобный отец наш Полувий был учеником святого Епифания. Он сопровождал своего учителя тогда, когда он плыл на корабле, возвращаясь из города Константинополя. В то время святой Епифаний сказал ему: «Чадо Полувий, вот я отхожу уже из этой жизни, исполни же мою заповедь, иди в Египет, ибо и после смерти моей я буду заботиться о тебе». И когда святой Епифаний скончался, то Полувий, не дождавшись его погребения, так как тело его не было погребено 10 дней, отправился по его завещанию в Египет, и там встретил его начальник города Ринакира и спросил его: «Откуда ты идешь?» «Из Кипра», — отвечал Полувий, — «ибо я был учеником Епифания, архиепископа кипрского, который отошел уже ко Господу». Градоправитель Ринакира сильно был опечален смертью преподобного, и, пригласив святого Полувия к себе, поставил его епископом в своем городе. За свою добродетельную и непорочную жизнь святой Полувий удостоился дара чудотворений. Так молитвою он низвел дождь с неба и умножил тем плоды на нивах. Достигнув глубокой старости, он отошел ко Господу. Скончался в V веке. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.